Это собака-убийца. С ней нужно воевать. Там кто-то, кого-то она мочит. Ёптить! Вот это да, вот это песик. В голову, гаси его, бля. Тому повезет больше. Нет, мне не повезло. Не я убил, ёптить. Ай-яй-яй. Но было прикольно. Давай посмотрим. Блять, урод. Даже не показал. Всем привет, ребятки! С вами снова я, Иван Сусанин. Как вам известно, я не особо боюсь перегруза. Ну вот сейчас мы этот перегруз будем на себя вешать. Я хочу все-таки попробовать то самое дело, что нам нужно. Да, это для начала нам нужно, конечно. А вот это что такое было? Подожди. А, где искать? Понятно. Я знаю, где искать. И вот эти вот покемоны, вот этот вот желтенький, он как раз чаще всего выпадает. У меня их уже две запасных, можно два запасных, их так много. Так, где у нас сайт? Вот. Отлично. Так, следующий шаг. Заходим в магазин. ПВЕ сервер, я уже тут посмотрю сейчас. Так, призы и подарки. Давайте начнем. Так, экипировка. Для начала забираем себе ботиночки. Получаем. Да-да, живущий здесь. Именно он получает это все. Отлично. Второй. Перчаточки. Тоже. Так, дальше. Капюшончик. Получить. Живущий здесь. Да, с удовольствием. Дальше. Маска. Живущий здесь. Получить. С удовольствием. Дальше. Штаны. Получить. С удовольствием. У меня сейчас бонусов не будет. Я больше чем уверен, потому что, скорее всего, это не... Для именно для охотника. Хотя кто его знает, может для охотника. Мне просто для военного больше подходит. Ну сейчас посмотрим, в общем-то. Так, и наконец бронежилет. Сюда же. Так, все, я должен обновить сейчас, да? Посмотреть, что у меня там осталось. Да, все, я собрал. Отлично. Давайте будем одеваться. Так, смотрим сюда. Первое, что нам надо одеть. Мне, кстати, еще и хаммер нужно починить скоро. Так, давайте наденем сначала ботиночки. Как обычно одеваемся. Одеваем ботинки. Так, ботинки. Давайте посмотрим, что ботинки себя представляют. 200 тысяч. Так, это все не упадывает. Экипировка. Что такое? Увеличит защиту пулистойского удара. В принципе, она как бы... Вообще ни к чему. Ну, спецэкипировка, это говорит о том, что бонусов не будет в любом случае, да? То есть, спецэкипировка, которая ни о чем не говорит. А по ногам? А, ноги, смотрите, ноги не задействованы все равно. То есть, это вообще пофиг. Если у вас ботинки или вы босиком бегаете, вообще насрать. Так, перчаточки. Тоже ни на что не влияет, более чем уверен. Да? Следующее. Надеваем штанишки. Во, а, нет, смотрите, бонус охренительный. Хо-хо-хо. А почему? Давайте посмотрим. Охренительный бонус, смотрите, плюс 100 сразу добавляется пулестойкость. А, пулестойкость, да, он же пулестойкий. Офигительная у меня, да. Пулестойкость, подлежит ремонту. Да-да-да, пулестойкость, охренеть. Так-то прикольно. Так, и это тоже будет, курточку одеваем. Тоже пулестойкость. Большая, плюс,
Ну, у меня и без этого дофига, да? И защита от мутантов тоже довольно сильная. 76. И от аномалий тоже офигительная. Вообще, я буду сейчас просто спецбоец. Ну, на самом деле, действительно, может быть, будет тяжело. Но как бы я перегруза не боюсь, во-первых. А во-вторых, вроде бы не так много перегруза, да? Я, по-моему, пришел сюда 67... Ну, килограмм 10, наверное, я на себя это одел. Так, ну давайте бронежилет. Броник. Офигительно. Броник отцепили. Дальше надеваем маску. Так, 400 без дополнительного плюсом. Без дополнительного, потому что в умениях я не прокачал, по-моему, это дело. Хотя хрен его знает. И масочка. Красава. Да. Красавельчик. Красавелик. Спецназ. Прикольно. Блин, офигительно. Так, так четко вообще выглядит парень. Охренеть. Блин. Прикольно. Так, сейчас у нас окуляры такие. Для чего они? Для ночного видения? Я не знаю, ночного видения. Какое тут может быть ночное видение? Но зачем эти окуляры, если в принципе ничем они не помогают? Не знаю. Я для Коли Теслы тут хотел сейчас найти электродеталь. Мне одна осталась, 24 штуки есть, чтобы 22 косаря опыта получить за его задание, которое давно уже висит у меня, да, и я насобирал уже 24 детальки, а 25-ю пока не нашел. К сожалению, это задание остается на потом, да, ведь 22 косаря опыта, 3000, ну, по деньгам, конечно, ничего, а вот по опыту, конечно, чуть-чуть получше будет, да. Ладно, обойдемся без этого и начнем уже, наконец, выполнять наш главный квест, который зависит, от которого зависит наше путешествие на пустошь. Долгая дорога нас сегодня ждет. Нужно все эти дни проходить. Я думаю, что уже к тому времени, когда я попаду на пустошь, скорее всего, у меня моя бронька вот эта исчезнет, и я оденусь в свой старый халат, так сказать, и этот шакал тоже у меня, наверное, кончится уже к тому времени. Я думаю, что вполне возможно неплохо будет, если я возьму для себя, для своих значков, да, вот овчарку, которая, наверное, будет более подходить, и они, шакалы эти, будут совсем отличаться от нее, и она будет там на пустошах хороша. Но там я не скажу, что я там будут долго, если там действительно так сложно бывает. Поэтому, ну, по крайней мере, самое основное мы там пройдем, посмотрим, увидим, что, к чему, зачем и когда. Так, он сейчас нас пошлет, наверное, к своему братику. Уважаемый, есть возможность заработать? Я побывал на твоей вышке. Ха-ха, смешно, ты, наверное... Последний, кто до сих пор не пошутил насчет башни Теслы и меня. Говорят, ты там работал? Не я. Это был мой брат, Фома. Нас все время путают. Понятно. Так, короче, хорошо. Что, в чем задание? Коля Тесла сообщил, что на вышке работал не его брат. Так, это что я взял-то? А и что дальше? Нужно идти к его брату, что ли, получается? Подожди, а где само задание? Найти Фому Теслу, да. Кстати, Фома Тесла очень нам пригодится, потому что нам же как раз нужно выполнить квест один, да? Если вы помните. Собачка там пригодится, кстати. Где она? Подожди, сейчас я вспомню. Близнецы, да. Вот этот вот квест висит. Как раз с ним нужно поговорить. Нужно будет зайти. Блин, какая же все-таки прикольная спецовочка. Ее можно еще и покрасить, наверное, да? Хотя спецэкипировку, наверное, нельзя красить, не знаю. Но выглядит она довольно внушительно и неплохо. Хорошо, пойдем сейчас в пещеру Паукана. Там нужно найти Колю Фому Теслу и там разговориться с ним, как бы поговорить с ним о так, что, какой он там, что он там говорил про журнал какой-то, он сказал мне вот этот журнал, да, про него. Так, про него ничего не ясно. Ладно, хорошо, потихонечку сейчас
пройдем до туда, там пообщаемся с Фомой. Нам очень долго придется ходить, потому что нам еще, насколько я помню, нужно будет к черному копателю заехать. Это нужно будет идти опять же на Худые озера. То есть бегать придется еще достаточно много. Но собачка моя, мне кажется, шакальчик мой, мне будет в пору сейчас, да, дружок? Мне здесь поможет. Конечно, на пустошах он мне не особо будет важен, но здесь, я думаю, за то время, пока он со мной будет, он мне сможет все-таки помочь. Я что-то как-то не видел, что люди бегают вот в этой экипировке. Не знаю почему, но как бы не встречал или просто не обращал внимания. Блин, я не знаю, зачем вот эти вот очки, если я все равно не вижу прибором ночным видения, смотреть не могу, да? И если я выброшу бинокль, он же не будет видеть, да? Без бинокля, или будет? Или это бинокль все-таки? Нет, это не бинокль. Бинокль. Нажимаю на бинокль, бинокль не работает. Смысла нету, не вижу. Зачем? Ну-ка, давайте почитаем про него, что написано. Специальная пулестойкость подлежит ремонту. Этот предмет послужит 7 дней с момента... Так, это все понятно. Часть уникального комплекта службы безопасности зоны или СБС. Высокой защиты от пулестойкого урона. Здесь, в принципе, он не нужен. Уровень защиты повышается, если экипировать 2 и более предмета из набора. Угу. То есть защита повышается, если я все 7 наборов набрал, то она еще будет охренительно помогать мне. Но я раз в мономанию попал, все равно как бы... глушит, да, в электро. Так что, ну, пошли искать Фому. Пошли, собака. Пошли. И, конечно же, я не мог не зайти в пещеру бандитов, запастись провиантом, кое-что выложить, кое-что взять еще, да, дополнительных патронов. У меня перегруз сейчас идет. Надо вот это все лишнее пока. Так, у меня много, да. Давай-ка мы их объединим. Просто, чтобы в кучке было. Не люблю, когда все разбросано в таких местах, тем более, что тут так много этого всего. Так, лишнее сбрасываем, да? МЗА тоже можно пока сбросить. И мы сейчас сходим к Фоме. Это пока нам не понадобится в этом случае. Поэтому я думаю, что даже и рябинов можно сбросить. И пилки тоже. О, нифига у меня инструментов. А нафига я так много с собой таскаю? Здесь есть какие-нибудь инструменты? Есть. Мне пару инструментов, я думаю, хватит, если что, вдруг понадобится, да? Да и весу гораздо меньше, да? Отлично, заточки я тоже, думаю, оставим пока здесь. А вот по патронам, наверное, все-таки возьмемся. У меня, кстати, 28 коробок с сюрпризами, которые я могу... Я накопил их за то время, пока я собирал деньги. Очень много их накопил, поэтому, в общем-то... буду собирать, когда бинокль, да, мне понадобится бинокль, я буду искать его, обязательно посвящу этому время, может быть, даже на записи, чтобы повскрывать эти коробки, посмотреть, что же все-таки там попадает чаще всего. Ну, попадает разное, конечно, но, блин, будем скрывать до бинокля. Так, нужно купить патронов и нужно, конечно же, починить, стопудово надо починить, хаммер. Пудово, потому что хаммер сейчас мне понадобится, придется там стрелять очень много, там брутаров много всяких вот этих вот тварей. У меня нету цели там к паукану идти или еще что-то, мне нужно просто добраться до Фомы, два задания его выполнить. Близнецы уже висят до бесконечности долго, потому что эти близнецы, это как раз на вход в пещеру паукана был в свое время, а вот в пустошь это еще одна так возможность. Давай посмотрим, сколько патронов возьмем. Можно, конечно, там подкапливать, но я не хочу. Я хочу идти, просто прийти, выстрелить все и уйти обратно. Без лишних хлопот, чтобы никаких напрягов у меня, допустим, не было, да? Чтобы... Так, ну давай, если я возьму... Сколько я взял? Около сотни. Нет, сотни, наверное, не получится. Ну ладно, о, тысячу, то есть. Ладно, пойдет. Пойдет. Отправимся туда, зайдем к Фоме, пообщаемся. Кстати, а что он мне даст вот этот вот задание близнецы? 10 тысяч опыта. Ну, не так много, ну, как бы нормально, так-то прилично, да, 10 тысяч опыта для заданий. Вообще-то это как-то довольно неплохой результат, да. Есть, конечно, более качественные задания, но это задание тоже неплохое.
Так, что же я еще хотел сказать? А, да, насчет стримов. Я послушал, посмотрел людей и пришел к выводу, что все-таки стримы это будет убийственно для каналов. Все в один голос, можно сказать, говорят, что стримы на каналах, где идут записи видео, это убийственно, потому что время просмотра сразу уменьшается. Если вы понимаете, о чем я в аналитике это. Вот, и следовательно просмотр становится еще в итоге меньше, а это чревато, потому что у меня и так просмотров очень мало. А что же делать, для чего стрима обычно, ну, бабло заработать сейчас, здесь сейчас. Я со стримов никакого бабла все равно не зарабатываю, да я и так в принципе тут вроде бы хоть и партнерка есть, и ничего не зарабатываю. В общем-то, вообще, тем не менее, хочется, чтобы все равно как-то канал был, ну, не совсем уж на 100% мертвый, 100%, чтобы просмотров не так много, очень мало. Просмотр, так, у меня, блин, надо было похавать еще что-нибудь, ну ладно, я не похавал, надо было взять, у меня же там дофига всякой еды. Хотя бы банку тушенку, и то вперед был бы, да, для увеличения скорости движения. Ладно, переживем как-нибудь. Я и так неплохо бегаю, мне и так все в порядке, да. Тем более там в пещере, я думаю, будет важно передвигаться гораздо быстрее. Хотя я, в общем-то, уже тысячный раз повторяю, что я не боюсь перегрузов, я как танк готов. Как он, не танк, наверное, даже тягач таскать это все на себе без проблем. Но я почувствовал, да, вот эту разницу, что как можно легко пробегать по аномалиям, если у тебя нет перегруза, вообще никаких проблем с этим нету, получается. Ну а в общем, и в частности, в принципе, мне это не так страшно. Не кардинально это все, не так плохо. Так, стоят все, никого там нету сейчас. Ладно, придется убивать этих трех бурутарочков больших для начала. Так, собачка, ты со мной, если что, поможешь. Вот, добраться нам до костра, самое главное. А там уже будет видно, как бы, ну, пойдем к Фоме, так сказать. Это тоже не проблема будет, я думаю, добраться до низа. Вон они, идут сюда. Там их 4! Там их не 3, там их 4. Черт, а это что такое? Нет! Меня ударило. Ударило это. Херня, как она называется. Сейчас они быстро ее забьют. Че с оружием? Собака, живи! Живи, собака, живи! Добьемся мы своего. Против одного будет легче. Черт, там их двое. Все равно их двое, нахер. Врешь, не убьешь. На. Смотри, как я с ним... По-честному! Завалил. Бедная собачка. Ну ладно, зато помогла мне. Молодец, молодчина моя собачка. Медаль ей нужно вручить. Так, еще брутарчика косточки собирать тоже будет неплохо. Так, а где она, кстати? Исчезла она уже, нет? Можно ее снова заказывать? Вон сколько кровищи. Идешь со мной? Пошли. Нам сейчас нужно будет защищаться от маленьких брутальчиков. И аномалии как-то преодолевать. Черт, куда я встал? В зеленку опять встал. Что за глупость? Собачка, ты меня это... Не оставляй. Так, где еще они?
косточки собирать. Косточки всегда удобно, приятно. Косточки это всегда выгодно. О, блин, еще один идет. Я думаю, сейчас собачка там не поможет. На этот раз. Без проблем. Вот и завалили этого падлу. Собачка, далеко от меня не отступай. Слишком близко подходить, это уже не стоит. Косточки, косточки, косточки. Тут проблем никаких нету. С этим... Кстати, опыта можно немножко поднять, да? Ну, капельку. Поубиваю этих брутаров. Ладно, мне патроны пока понадобятся. Пусть их всего целых 800. Все равно они мне еще пригодятся, я думаю. Да и пригруз мне ни к чему, в принципе. Так. Насчет покупки вот 6-часовой или сколько там этой зарядки на то, чтобы быть в пещере. Я тоже, у меня деньги есть, но я, наверное, на потом оставлю, когда я буду пойду сюда чисто прокачиваться. Вот. А вот я и у костра. Вон еще один. Костыль, здорово. Фух. Ладно, идем в пещеру. Тукс. Меня пустили в пещеру. А, не помри от такой радости. Хорошо подготовился. А с тобой что? Собираюсь припасы для своих людей. У нас большие планы, но почти нет денег. Все приходится мастерить собственными руками. Слава богу, руки у нас прямые. Это, по-моему, было у нас уже, да, квест? Так, может... Брючный ремень. Деньги не ждешь, говорят, любой труд это полезный опыт, если такая награда тебя устроит. У меня найдется несколько заданий. Так, давай просто возьмем его. Пофиг. Возникла ситуация, брючный ремень, да? Деликатная. Я курирую группу новичков. Не сказать, что голых и босых, но без толковой снаряги. Что нашли за на то, на что заработали, то и носят. Как понимаешь, это не костюмы на заказ, а разный шмот. Часто не по размеру. Ну и, в общем, нужны брючные ремни. 10 штук. Сколько? Ну ладно, пофиг. Пускай он будет висеть у меня этот... Или брючный ремень. Какой, кстати, что за брючный ремень? А может быть это ремни, которые были... которые там в пещере, да, там же есть кое-какие ремешки, которые выпадают из этих из зомбаков какие-то, по-моему. Если я что-то понимаю правильно или нет. Ну, я не знаю, что это за ремни брючные. Может быть, да, 2000 опыта тоже хорошо. Так, что у него еще есть? Может, еще что-нибудь есть? Ладно, пофиг, пошли. Ух ты, зеленая такая. Пошли все-таки в пещеру, пришло время. Так, Семен. Так, показываю, что есть на продажу. А вот он. 5 золотых он стоит, да? Но он дается на 6 часов, да, по-моему? На 6 часов или на сколько он там? У меня есть это задание, кстати. Подожди. Но я пока его брать не буду тоже. Где она? Найти. Не помню, какой это. А, вот он. Раздобыть. Время защиты от яда. Сколько? А, 3 часа. Нет. Ну, короче, ладно. Пока я буду этого брать не буду, так? Так. Побочные эффекты. Ладно, я не буду брать его. Что это за место? Это мы, по-моему, читали уже. Я уже забыл все это место. Старое, давно, да. Мне нужно попасть внутрь. Я костыль разрешил, я готов. Отправляемся в путь, там собачку воскресим. Открой ворота, я справлюсь. Посетить. Вы взяли задание посетить пещеру паукана. Но я же ее, по-моему, брал эту задачу уже. Не понял. А, временная защита от яда. Все понятно. Ладно, пошли, короче. Пофиг. Время пришло. Так. Где она? Где?
Открывай ворота, пошли. Пошли! Пошли, пошли, пошли. Вот она, пещерка паукана. Опять возвращаемся сюда. Брутары. Хрипун. Так, 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 так. Что есть на обмен? Вот как раз он... Нет, ткань. Черепа и ткань. А, значит, ремни-то не это. А ремни выпадают... А, нет, вот они, ремни. Точно. Ремни выпадают. Точно, точно. 10 ремней надо набрать. Шкура. Крысы. Вау. Что-то я как-то подзабыл. Да, и тут, кстати, аптечек. Ну, у меня аптечек, слава богу, очень много. Аптечек можно насобирать целую кучу, между прочим. Ну, я из меня и выпасть может целая куча аптечек тоже. Да? А тут, кстати, автомобильные и аптечки фельдшера только, да? Больше аптечек нету, больших, огромных. Ну, ладно, бог с ним. Патроны можно насобирать на шкуры. И ремни. Ремни, ремни выпадают. Из кого же выпадают ремни? По-моему, ткань. По-моему, из зомби выпадает. Или пластина, пластина пещерного паука. Нет, это не то. Патронов я тут могу набрать за черепа тоже целую кучу. Ладно, пошли. Все, хорош, хорош тут сидеть. Время есть. Будем пробираться. Насколько долго получится, это не знаю, но постараемся. Потому что... Так. Брутарчики и тому подобная ересь. Где они? Эй! Собака, ты не можешь туда спуститься, а? Или можешь? А чё я? Нифига. Фу-фу-фу. Собачка, ну что ты, спускайся вниз. Не может, что ли, она? Я не знаю. Я её, наверное, поставил неправильно. А-а-а! Вот брутарчик. Ты куда пошёл, эй? Блин, собаку я не туда, похоже, вызвал. Эх! Косяк! Спустишься вниз? Выходи сюда. Да почему? Собака! Я тебя не могу столкнуть, а? Ладно. Как я тут как... Нет, она не хочет идти туда. Нифига не хочет она туда подниматься. Ой, ёп, твою мать, прокаженные. Они меня херачат, как... Как мне хер делать. Блин, собаку я зря так пустил. Надо будет немножко ниже ее опустить. Сейчас... Косячок. Косячок мой. Так, еще один брутар! Ну только этого не хватало, ёптить! Хрен его знает, как устранить этот косячный момент. Но пришлось подождать. Сейчас нужно спуститься вниз будет и собаку там вызвать. Потому что здесь на лестнице она просто не спускается вниз. А брутар меня просто с одной этой... Ты не заходи сюда, ладно? Эй, дружок. Ты там походишь, ладно? Кого-нибудь на него натравить бы, а? Воу, два! Твою мать, два! По-моему, всегда там два и было. Пошли. Собака, не отставай. Твою мать! Защищайся! Спасаемся, как можем. Кто меня бьет? Черепки.
Собака, не отставай. Крыса, блядь! Ну сейчас самое главное пройти вот этот участок. Самый стрёмный участок. Наверное. Не знаю, сколько это так. Вот почему патронов нужно просто... Куча патронов нужна. Так, крыс выпадает шкура. То есть она не больше, не меньше, просто как шкура. Так, а что у нас тут с брутаром? Тут, по-моему, где-то должно это спокойное место быть. Они сюда не пойдут? Или пойдут? По-моему, они сюда не идут. Вот самое безопасное место, самое лучшее, как раз убивать всех этих монстров, целую кучу. Ну, блин, ну как-то странно, тут вообще никого нету. А собака где ты? Собака, ты за мной не пойдешь? Она не может сюда пройти, да? Скверно. Че, неужели мне опять придется собаку убирать отсюда и заново, чтобы она возрождалась потом? Да. Бьется она там с кем-то. А мне это пройти тоже довольно сложно. Сложно и скверно. Так, все, все в порядке. Собака, ты не идешь за мной? Там, по-моему, эти бляки, да? Точно. Где люди, блин? Никого нету, а? Охренеть. Только этого не хватало, нет, нет, не заметь меня, бля. А вот с кого ткань еще выпадает. Так, а вот эти вот скелетики, что они, вообще ничего, да? Здесь это безопасное более-менее место было. Надо встать туда и подождать, чтобы собака... Давай убираем собаку. Чтобы она здесь прошла. Здесь они не должны идти. Там я знаю, там есть брутар, там есть вся эта шняга. Вон еще один. Там очень много. Вон еще брутарчик идет. Там еще паук идет, ёпты! Чуть не дошел. Еще и мускул какой-то от него получил. Так, разберемся. Там где-то еще. Там бляк? Похоже, бляк. Мне не хочется умирать вообще. Тут как бы оставаться в этом месте. Стремно, как бы. Так, по патронам. 500 патронов всего осталось. Смотрите. Это нужно сюда просто вниз будет спуститься, к Фоме. И все, мне больше тут делать, в принципе, пока нечего. И в одиночку вообще тут ходить. Я вообще никакого смысла не вижу. Ходить тут в одиночку. Пытаясь что-то как-то что-то устранить, да? Довольно сложно это все сделать. Но здесь такое безопасное более место, по-моему. Так, вон еще один брутальчик. Так, что у меня с защитой? Нормально все? Да, все хорошо. Ну как-то он меня больно легко убил, этот. Первый раз. Брутар. Ой, да, брутар. Вообще очень легко убил меня. Не знаю, почему так получилось. Собираем все. Твою мать, кто-то идет, нет? Ай! Не вовремя, бля! Сам себя подставил. Я слышу. Бляк. Шумит. Ха, бляк. Шумит, блячок. Не подумайте ничего плохого от этого слова. Так, вон он. Брутар ушел туда. Так, сейчас давай будем его... Ой, как он быстро бежит!
Чё за херня? Как я от него спасся, как? Так, это что, у меня перегруз, да? Блин, я этих много насобирал всего. Да, с перегрузом, конечно, тяжелее будет идти. Но мне недалеко тут осталось совсем. В принципе, можно уже и собачку запускать. Так, что-то еще будет? Там еще блока. Блок один. Блок. Да, этого с одной пули не убьешь. Ясно. Еще один, блядь. Че, еще один бежит? Проскакиваем этот участок. Сейчас самое страшное будет. Нам сейчас надо пробраться вот сюда вниз. Так, по одному будем убивать. Устранять. Так, все нормально. Все окейно. Так, а тут просто будет пройти, нет, интересно. До самой пещеры паукана, до самого паука идти довольно далеко. А тут, в принципе, не так страшно. Я не знаю, тут-то может тоже кто-нибудь быть. Да? Или нет никого? Давай рискнем. Проскакиваем. Аномалия, ёпты! Чуть меня не захерачило вообще. Эх, я не рассчитал немножко. Так, тут, по-моему, должны быть еще и пауки, наверное, внизу. Собака, ты мне не поможешь, да, сейчас, скорее всего? О, смотри, я что-то нашел. Хлам. Ну, этот хлам не очень. Так, интересно, тут у нас получится что-нибудь? Нет. Но они должны быть тут защищены, по идее, но я не знаю. Да, вот он стоит. Кстати, вау, тут какая-то аномалия. Мама родная, тут хреново все. Нет? Нормально? Фома, а где твоя команда? О. Фома, здорово. Ну, первым делом... да неужели собственной персоной? Ты это мне? Правда? Не пройдешь мимо, как все остальные. Тебя брат отыскал. Думал, ты погиб. Да, я считал, что погиб. Вся жизнь моя в этой экспедиции была и пропала. Вас же трое было. Больше четверо. Меня у входа оставили. Втроем пошли. Здесь единственное место, куда эти твари не заходят. А толку-то как в тюрьме. Ты что ли давно тут сидишь? А как еще? Оружие и почти все припасы у ребят с голым профилем даже уйти не получается. Да и не могу я уйти, пока не узнаю, что с ними. Ясно. Давай найду их. Кстати, я, по-моему, видел их эти кости, да, это, наверное, они есть. Ну-ка, давай посмотрим. Наверное, смерть. Найти первого пещерового так бойца Дебенко. Фамилия Тесла. Может быть, будет отмечено это все? Убить ужасающего паукана. Ну, в принципе, сейчас у меня нету этой цели. Дойти до самого низа и убить паукана. Так, а что, в карте не видно, да? По карте, по этой ничего не видно. Непонятно. Так, а это кто? А, хрипун наверху. Тут больше ничего не видно. Ладно. Я примерно понимаю. Это где-то, по-моему, вот эти вот кости это и были. Посмотрим, попробуем. Так, ну и самое главное, ради чего я сегодня пришел сюда. Говорят, ты работал на вышке. Работал, пока коллеги не извели меня окончательно. Видишь ли, я тогда отвечал за отладку оборудования и не принимал участия в основном действии. В детали эксперимента меня не подхватили. Но тебе знаком этот шифр? Знаком. Этот шифр использовали все участники эксперимента. Ключ есть в моем дневнике, но сам дневник был утерян, когда моя группа пробиралась через заброшенный пионерский лагерь. Отверженно напали на нас недалеко от фонтана. Я тогда потерял больше половины своих вещей. Что ж, попробую их отыскать. Так, ну и что? Это у нас задание о чем? Находка.
Так, Фома Тесла действительно работал на вышке, но не принимал участие в непосредственном в эксперименте. Тем не менее, ему знаком шифр из журнала. К сожалению, ключ к шифру остался в дневнике Теслы, который он потерял во время собственной экспедиции, когда его группа пробилась через пионерский лагерь в квадрате P43. Так, P43, группа... Так, подожди, где карта? Карта. По-моему, это на Везувии, да? P43, нет? В окрестностях. Скорее всего, тогда в окрестностях. P43. КЛМН ОП. P43. Ага, ну, короче, вот тут, возле фонтана, да, он сказал. Я, кстати, там уже что-то собирал, какое, что-то для задания, не помню. Так, ну и что, у нас больше ничего здесь нету, поднимаемся наверх. Я не знаю, что мы здесь еще сможем сделать, буду я выбираться наверх или все-таки дойду до паукана. Ну, до паукана все-таки, как-то я что-то все-таки себя чувствую не очень здесь, как-то в этом обмундировании. Чувствую, что какой-то я слабенький, что ли, может, просто кажется. А, кстати, что насчет собаки? Собака моя, наверное, уже мертва, ее давно уже, наверное, завалили, да? Получается, так, тут у нас... Нет, живая. Пошли. Проскакиваем быстрей! Собака живая? Отлично, все нормально. Так, если я буду по одному их устранять, у меня патронов не хватит. Ну, в любой момент я могу выбраться отсюда, да? Мне нужно 10 ремней. У меня ремень только один. О, кошмар какой. 10 ремней надо. Где мне столько их набрать, ёптись? Так, ладно, давай посмотрим, что мы можем сделать. Будем убивать по одному. Так, двух. Двух устранил сейчас. С них выпадают... когти, бляка. И больше ничего такого интересного. Так, а с этих у нас только шкуры, да? Я не помню, а с какого? С брутаров я, да, это? По-моему, с брутаров. Твою мать! О, паучки снова появились. Быстро не появляется. У меня патронов никаких не хватит. Ну ладно, бог с ними, с этими патронами. Не так страшно. Не так страшен черт, как его малюют. Наберем все. Все забираем нахер. Все, что найдем. Ткани, в основном только ткани. Так, с брутарами, конечно, будет сложно. А может мне проскочить просто вот этот участок? Смогу я как-то пройти так, чтобы меня никто не зацепил из этих ублюдков? Так, здесь я должен... Кажется, могу. Вот так вот я сделаю сейчас, да? Ой, ёпты! Бляк стоял, падла. Это спуск вниз, да, по-моему? Если я не ошибаюсь. Так, кстати, можно же его убить. Но у меня патронов нет немного. С другой стороны, есть преимущество. Я насобираю. Нужно запчастей. С них черепков. И потом это все обменяю на патроны. Да? Все нормально? Собачка, мне пока нужно с тобой расстаться. Я встречусь с тобой внизу. Фух. В общем-то, ничего страшного не будет, если я умру и возражусь там где-нибудь. В самом низу. Так, вон там пауков очень много. Так, лишь бы не упасть отсюда. Ладно, я до паукана, скорее всего, не доберусь. У меня профессионально... Профессионализма в этом деле нету, да? К паукану ходить там вообще вот это все дело. Нет, кто-то есть. Я один такой.
нет, там нету никого. Так, мне сейчас надо это, собачку свою натравить. А у меня ее пока нету. Так, а там еще паучки. Брутарчики. Ёб твою мать! Мудила, блин! Встал тут нахер! 2 минуты придется ждать. Ай! Назад! Назад! Нихера их там сколько! Никаких патронов не хватит нахер. В одного тут делать нечего, честно. Просто жопа полная. Нихер тут делать в одного. Еще один. Ай! Зацепил, падла. Вы видели, он меня пол хп снес. С одного удара. Собака бывает кусачей, и только от жизни собачьей. Собака бывает кусачей. Так, ну чё, где моя собака? Сейчас появится. Пошли, дружок. Защищай меня, ёптыть! Всё нормально? Собака, ты это, далеко не ходи, ладно? Иди вон туда, вон. Что-нибудь интересное насобираем сейчас тут. Надеюсь. Собака! Защищай меня, ёптыть! Какие-то они тут более страшные, брутарчики, а? Ай! Вы не находите! Твою мать! А-а-а, собака! Ее убили. Похоже, да? Нет, ее не убили. Это я просто торможу немножко. Ладно, будем потихонечку пробираться. Если получится, проберусь. Если нет, выйду наружу. Это было жутко, да? На самом деле, у меня получилось убить паукана своей собачкой, но выбраться отсюда я на свой страх и риск выбирался, потому что я там застрял, вот в последнем проходе там есть такая аномалия, которая паутина, я там пролежал минут 20, наверное, пролежал, так и нифига, и на свой страх и риск возродился, чтобы, ну, как бы паукановская лапа, вот она не выпала бы в любом случае, а вот ужасающего паукана лапа и антиграф бета мог выпасть, да, в этот момент, они не выпали, к счастью. Вот. А насчет всего остального, как бы, будем считать, что мне повезло. Да, антиграф, я не знаю, лучше его продать или сделать из него... Ну, сейчас посмотрим, как бы, на рынке, если будет хорошая цена, можно его будет продать. А так, в общем-то, я возвращаюсь в пещеру паукана, после чего мы идем дальше, нам нужно идти в квадрат... Короче, ну, в санаторий, надо сейчас именно через санаторий пройти. Но первым делом, конечно же, нужно будет... Да, кстати, когда я убивал паукана, блин, патроны кончились, прикиньте, вообще в самый раз кончились патроны. Там оставалось 2 штуки, я думал, ну все, конец. И вспомнил, что я же, блин, я запасливый человек. У меня, я взял с собой, к сожалению, не ту коробочку, я картечь, вместо картечи я пулю... распечатал, и, в общем-то, с этой пулей у меня получилось убить, благодаря этому, пауканчика, в итоге, да, и там, ну, двух этих, насчет
Найти бойцов, мы будем искать бойцов потом, после, все равно надо будет еще возвращаться к Фоме, после того, как я соберу дневник, знаю точно это. Так что торопиться не будем, давайте вернемся в пещеру, собачка, в пещеру вернемся по этих бандитов, а оттуда как бы доберемся до фонтана, который нам нужен, как бы все сделаем сейчас чики-брики и в дамки. Как говорится, давайте сегодня сейчас без перерыва это все проведем. Я не знаю, серия, наверное, получится очень большая в итоге, благодаря этому. Но в общем-то это не так ужасно. Давай. Собачка моя. Да я без себя справлюсь, парень. Кто там помогает мне, типа? Там еще один идет. Четвертый. Для полного. А, ну, понятно, я забыл. Пулями, по-моему, похуже, да, стрелять? То есть эту... Что касается этих патронов, мне кажется, все-таки их лучше сложить сюда, потому что они против больших мутантов, против особенных мощных мутантов, а вот против, что касается обычных, вот таких вот слабеньких мутанчиков, это все не то. Да, давайте проявлять то, что нам предложили, спускаться задом, что это самый безопасный способ спуститься, можно, а то можно разбиться, да, а задом, в общем-то, нам сказали, что это абсолютно безопасно, так что без страха и на риск спустимся так. Так, собачка, ты от меня, надеюсь, не отстанешь, и кабанов будет убивать тоже вот этими пулями достаточно плохо, да, неплохо убивается, по-моему, пули как раз для таких, как паукан, для василиск вот этот, наверное, ну, для мощных таких, если я не ошибаюсь. Так, он идет против... А, нет, наоборот, против слабой. Не знаю, ну, короче, как-то не очень у меня против брутаров это все получается. Хотя, может быть, не сильно большая разница. Но против этих, вот таких вот мутантиков, мне кажется, это будет все-таки слабовато. Не знаю, сейчас посмотрим. Все равно сейчас встретим... Черт, этого не хватало. Нарваться на аномалию прямо при выходе, да, и потерять и антиграф бета, и лапу ужасающего паукана. Паукан это лапу я не потеряю, она не способна выпасть почему-то, не знаю. Насчет этого тут такая ситуация. Давай попробуем. Так, сколько... Да нет, в принципе, нормально, по пулям тоже хорошо идет. В общем-то, пуля тоже нормально стреляет. Но я все-таки предпочитаю не этими патронами стрелять. Хотя можно взять часть этих и оставить тут в пещере паукана. Может быть, на будущее с собой взять. У меня же еще будет целая куча черепов. То есть я могу эти черепа обменять еще на патроны в свое время. Сейчас просто в пещере паукана это все сброшу. И потом можно пустым просто с одним оружием ходить, идти туда. И там я смогу благодаря вот этим вот всем запчастям, пластинам, там всей херне вот этой, смогу вот еще бляков до хера на шкурам насобирать аптечек много, да. Правда, они выпадают, но у меня с тобой и были аптечки выпадающие. Кстати, когда я возрождался, из меня выпало вот так вот, видали, сколько патронов я выпустил. Выпало из меня только пару санитарных наборов и, по-моему, коготь бляка или что-то типа того. Или язык, наверное, бляка выпал. Да, язык. У меня было, по-моему, побольше языков. Не помню точно, ну ладно. Это не так страшно. Добираемся до пещеры паукана. Ой, до пещеры бандитов. Нет, наверное, только в голову ему надо точно попадать, чтобы никаких проблем с этим не было. А то как-то все равно с пулями это не то. Ладно, я вылаживаю эти пули и просто куплю новых патронов. Благо тут в пещере
Бандитов их очень много. Фу. Так, антиграф я, конечно же, вылаживать не буду. Его надо либо сразу продать, либо отнести все-таки на рынок. Что, я думаю, тоже можно будет сделать. Да, но я сейчас схожу вон туда, выложу все лишнее. И схожу туда, в санаторий. Потом вернусь сюда и отсюда уже пойду там, куда меня пошлет задача. Задача будет нелегкая. Нужно будет, еще раз говорю, ходить к копателю. Нужно будет сходить в другие места. Ну, надеюсь, что все будет не очень проблематично. И я запишу эту серию достаточно быстро. Не за раз, не за два. Может быть, за несколько раз, но запишу. Много... Я сейчас не играю в игру, стараюсь играть, как бы, ну, 2 часа, 3 часа стараюсь проводить все-таки в игре, чтобы хотя бы немножко записи у меня были. Ну, причина, самая главная причина, почему сейчас я сильно, как бы, не особо не акцентирую внимание на записях, да, вот на этих, на видео записях, ну... Занимаюсь этим довольно давно, подписчиков так и не растет, в основном количество, да, мало, и просмотров как бы не особо много, так что, в общем-то, можно сказать, в свое удовольствие делаю это, потому что денег я с этого не имею, хотя у меня и партнерка вроде бы есть, но нет ни просмотров, ни толком реклама не идет, и это все, конечно же, сказывается на стремлении моем стараться записывать быстрее и больше, да, как раньше, как поначалу было. Сейчас это все немножко изменилось, потому что, ну, уставать начал от такого действия. Так, ну давайте, может быть, вот эти вот штуки все сбросаем сюда. О, у меня 10 ремней есть, прикинь. Хо-хо, офигеть, я могу их отдать. Да, в свое время я пойду обязательно туда и отдам тогда эти 10 ремней. Класс, как специально. Так, кости Брутара у меня тут есть. Их тоже можно на рынок отнести. 8 штук. Кости Бляка. Это я все, наверное, должен отнести. Вот это вот мне не нужно будет, да? Ремни и пластины я оставлю здесь. А вот это и ткань тоже. А вот это все возьму с собой, потому что, ну, это будет нужно там. Не здесь, естественно. Здесь это, в общем-то, не особо нужно. Так, сейчас я сброшу вот это все лишнее. Чтобы оно не выпало, пока я хожу в пещеру. Так, вот это кость Крутара тоже. Чтобы перегруза сильно не было. Потом я сюда вернусь и это все заберу. Но это будет уже после того. Я думаю, что сегодня на данную секунду я запишу именно вот то, что есть. Дойду до фонтана, разберусь там, ну а там будет видно, что куда дальше нам идти. Так, вот это вот выпадывает, да? А паука на лапа не упадает. Ну ладно, давайте все равно ее выложим. И, кстати, патроны нужно сменить. Я не хочу с этими патронами. Мне кажется, они что-то как-то не подходящие для этого дела. Может, я ошибаюсь, конечно же. Может быть, даже очень ошибаюсь. Но, тем не менее, я предпочитаю патроны все-таки взять те, которые, которым я уже привык. Это картечь. Так. Картечь. Так, ну, я думаю, пока хватит нам столько, да? Сколько там у нас? Почти 500 патронов. Дойти до санатория. Разобраться с этим делом. Так, задание у нас поставлено, да? Подожди, где она? Брючный ремень. Ладно, пока отключаем. Это пойдем, когда уже обратно. К Фоме. Так, Василий все-таки ужасно. Это. Так, ладно, двух я убил. Вот находка, да? P43. Хорошо, пошли к фонтану. Ну, я знаю, где фонтан, так что смысла в этом во всем нету. Я думаю. Пойдем посмотрим. На удачу, так сказать. Фу, долго я валялся, лежал, думал, блин, выпадет, не выпадет из меня антиграф. И этот... ужасающая лапа. Мне 6 штук надо этих лап ужасающих для выполнения квеста. Лапы паукана, ну, блин, в одного ходить стрёмно. Я пока лежал, там две группы пришло,
по 4 человека, то есть вчетвером-то, конечно, гораздо более эффективно и легче сделать это все, друг друга лечить. Тем более там были медики с ними, это вообще удовольствие ходить с такими людьми. Если ты сам не медик, тебя и воскресят, и уберут с тебя каплю, и это будет все супер. Собачка, ты со мной? Мой верный пес. Не, ну на самом деле сейчас можно играть побольше в этой новой экипировке, просто она ненадолго, так что попонтоваться, порадоваться тому, что есть. Хотя, чему тут радоваться, в общем-то, я думал, хоть прибор ночного видения там или бинокль встроенный, да, вот это вот та вещь, которая находится у меня вот, вот тут вот, оказывается, нет, непонятно для чего это, просто для красоты, по всей вероятности. Не реализовали до конца вот эту экипировочку. По убитому кабанчику херача. Он меня не видит, что ли, совсем? А что такое? Почему я... Или я просто косоватый, наверное? Вот в чем проблема-то основная. Ладно, давайте насобираем это. Если вдруг нам понадобится чай, мы можем легко наменять его на ушки кабанчика. Уменял и там. О, еще один человечек бегает тут. Собака, ты где? Ты меня не кидай, ладно? Вон еще один кабан. Собака! Сагрись на них. Они мне мешают сейчас. Ладно? Ну. А, вон еще два, да? Два чертилы. Так, а вон фонтан. Фонтан у нас вот здесь. Так, собака, ты мне поможешь. Ну и у фонтана, где у фонтана? Он сказал не у фонтана, но я не знаю, где именно. Квадрат 4-3. Вот он есть, да? Он сказал у фонтана, по-моему, да? Так, который потерял во время экспедиции, когда его группа... Останки в дневник. Ключ. Или что? Короче, где-то тут возле фонтана, да, получается? Что-то не совсем понимаю. Почему не видно нигде? Так, еще раз прочитаем. Фома Тесла действительно работал на вышке, но не принимал участия непосредственно так. Тем не менее, его знаком журнала, к сожалению, ключ к шифру остался в дневнике Тесла, который он потерял во время собственной экспедиции, когда его группа прибывала... пробиралась. Где-то здесь он должен быть, да? Давайте искать. Где-то потерялось здесь. Квадрат. Квадрат, квадрат. Квадрат. Какой квадрат? Подожди. Что-то я вообще туплю. P43. P43. Это не то. Подожди. P43. Вот он квадрат, да? Как раз где-то здесь. Но где его искать здесь, я не знаю. Так что... Будем искать. Я думал, возле фонтана. Оказывается, хрен его знает. Почему он не отмечается на карте? Может быть, причина, опять же, в том, что баг небольшой произошел, как тогда с этими... как они называются-то, блин? С Василисуалей. Да, может быть, перезайти просто, попробовать. Все будет легче, может быть. Ну, для начала надо подняться все-таки наверх, наверное, куда-нибудь спрятаться. Да? И так и будет. У костерка немного посидим, да, пес? И пойдем поговорим с ремонтником. Да-да-да, вот он. Он есть. Здорово, ремонтник. Здравствуй. Тебе ремонт не нужен? Могу разные вещи починить. Вещи дольше послужат. Пока нет, не жаловался. Никто не жаловался. Ты сейчас скажешь, что может и новое прикупить, но это дороже. Да и своя проверенная рубашка, как говорится, ближе к телу. Даже если мусор остался. Покажи, не убрасывай сразу. Как знать, может что-нибудь путное соберем. Что скажешь? Я ищу дневничок один Теслы.
Дневника у меня больше нет. Остался один листок, который может купить за деньги, хотя есть предложение получше. Окрестные верлоки досаждают мне. Да и не мне одному, весь лагерь от них уже в бешенстве. Убежь 40 тварей, дам тебе этот листок. Так. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. 40 тварей меня не остановят. Окей, сейчас начнем выполнять этот жуткий квест. На 40 тварей верлок. Ладно, пошли. Нужно потихоньку убивать их. И вполне возможно он мне даст в итоге, в результате... Вон там он тоже верлоки есть, да? Где-то. Даст. Надо как-то, я не знаю, как... Может пройти туда лучше? Там побольше верлок, наверное, будет, да? Просто по болоту погулять. Может быть, я еще и встречу... большую верлоку, да, убийцу. Кто его знает. Не исключено это вообще, по идее. Ну, а так, в общем-то... вон они, верлочки бегают. Твари жуткие. Вон они. Экран. Я нашел экран. Можно продать? Блин, у меня батареек нету. Надо же так, а. Батарейки не купил. Иду с магнитным захватом, а без батареек. Ну куда это годно, а? Ладно, давай сейчас как бы это... батарейки купим немножко. Ну хотя бы 3 сотни. Чё нет-то? Так, подожди. Опа, это много. Так вот. Во! Другое дело. Магнитный захват. Артефактов. То, что надо. Сейчас будем... Собака, ты далеко не уходи. Сейчас мы соберем артефакт и хватает. Чем, кстати, тут был? Чуть поближе, да? Чё, уже исчез? Нет, не должен был исчезнуть, конечно. Как он мог исчезнуть? Так, вот. 7, 9, 2, 2, 9. Отлично. Так, ну давай, помогай мне, собака. Будем убивать их. Громить будем этих тварей. Собирать с них можно, ничего не собирать, по идее. А вот громить их надо. И тут много-много. Вау, тут бесконечно много. Давай, собака, ты пойдешь за ними. А? Ты не против, если я тебя пошлю за ними? Там, смотри, сколько много. Сейчас бегаешь, приведешь мне парочку десяточков, и мы их с ними тут попытаемся. Давай, возвращайся, моя родная собачка. Шавочка моя. Эй, ты как меня так подставила, что меня аж не это чуть не убили? Еще одна, ёпты! Ты меня не подставляй, пожалуйста, больше, а? Подружка моя. Вон на островке прямо верлёчка висит одна. Так, вот, беги за ней. Ату ее, ату! Взять, фас! Come on. Добьемся больших результатов. Я думаю, я тут сам справлюсь сейчас, как бы... без вашего зрительного участия, а то это долгое время все равно займет, 40 штук купить не так просто, а мы встретимся чуть позже, когда я уже с этим делом расквитаюсь. Ну все. Отстрелял я достаточное количество верлиочек, и к тому же там еще было 50 верлок убить для значка очередного. Теперь у меня значков уже 75, я уже 3 собаки могу призвать себе. Отлично. Так, ну ладно, пойдем сдавать квест. Побегать пришлось. Надеюсь, в других местах будет не намного сложнее. Примерно так же. Ремонтник. Здравствуй. Да ладно. Все, твари убиты. Наконец-то я смогу выспаться. Можешь забрать свой листок? Куда ты подевал дневник? Продал, само собой. Черный копатель, выложил за него груду ценных запчастей. Не знаю, что особенно в этом дневнике, но сдается мне, что чудак
переплатил. Копатель работает в районе Худых озер. Говорят, попасть туда непросто. Не каждый проводник согласится показать дорогу. К тому же понадобится карта, компас. Придется потеть, если тебе действительно нужно найти его. Я уже два раза к нему ходил, так что не ссы. Пойду искать проводника. Так, отлично. Я два раза уже ходил к нему, так что страшно не будет. Так, где она? Задание. Находка, да? Дневник Теслы был продан черному копателю, который работал в районе Худых озер. Так, первая часть, записка, остается, она не выпадает, да? То есть я сэкономил порядка... Сколько я сэкономил сейчас только что? Так, я сэкономил 63 тысячи рублей. Ну, не так много, конечно, но все равно. Это экономия. Экономия всегда приятна. Ладно, пойдем искать копателя. Я знаю, как я доберусь. Слишком долго серия будет, если я это все буду прям проходить. На самом деле, я пройду по старому доброму маршруту, да, пойду мимо... Где я нахожусь вообще? Подожди. Я нахожусь на болоте, да? Я пойду сюда, через ученых пройду, выйду на проход, естественно, на Везувии. И на Везувии я найду опять, через ученых я пройду, конечно, найду, конечно же, вот этого парня, или вот этот. А нет, тут Василиск. Вот этого парня найду. И он меня проведет на Худые озера. Оттуда я попаду долгой дорогой, по восточной дороге я пройду до копателя, вернусь обратно. Ну, вернее, я дойду до копателя, он мне там даст еще одну страницу дневника и, наверное, куда-то пошлет еще дополнительно. Но, тем не менее, нам нужно отправляться именно туда. Так что увидимся уже, я думаю, у самого копателя непосредственно, чтобы дополнительно не бегать лишнее, а я просто пошел.